Друзья, хочу показать вам сегодня капсулу в теплых осенних тонах. Костюмная ткань терракотового оттенка, не мнется, довольно плотная. И мягкий трикотаж, вязаный, совершенно не колется. Из него можно сшить свитерок, свитшот, можно кардиган. Если вы шьете кардиган, то его можно украсить, декорировать, например, такими золотистыми цепями. Это пластик с покрытием, которое вообще никак не облазит. Его можно стирать в машинке стиральной. Цепи есть разных размеров. Можно пустить их вдоль горловины, можно вдоль всех срезов. Можно подобрать такие пуговицы золотые. Они есть в разных размерах. Маленькие, большие, совсем маленькие. Если вы не любитель большого количества золота, то можно использовать вот такие пуговички. Они тоже очень нарядные, с золотистым краем. Если хотите еще более сдержанный вариант, можно вот такие вот, совсем матовые на ножках, очень элегантные. Пуговиц у нас вообще очень большое количество. Мы поможем вам их подобрать под любую вашу идею.